Привет всем, дорогие братья и сестры! Сегодня хотелось бы сказать о времени. Время, оно драгоценно, оно быстро бежит. И вроде бы вот недавно был маленьким пацаном, бегал в шортиках, кидал в речку камушки, играл во дворе. То сегодня я уже взрослый мужчина, исполняющий какие-то свои серьезные обязанности. И это как искорка, это очень быстро пролетело. Сегодня я все больше и больше думаю о том, как важно ценить время. Много было в жизни упущено, и сегодня бы не хотелось бы упускать что-то важное. Я предлагаю поразмышлять над некоторыми стихами из Библии. Псалом 89, с 9 по 10 стих. «Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Моисей, как бы размышляя о времени, говорит, что как будто он летит. И я тоже понимаю, что как будто я пролетел от детства до сегодняшнего дня. Псалом 89, 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». И вот тоже хочется поучиться у Моисея, чтобы счислять наши дни правильно, чтобы мудрое сердце, оно подходило, как правильно использовать свое время, как расставлять приоритеты, чтобы ничего важного не упустить. И в Новом Завете Ефесянам 5 глава с 15 по 16 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Дни нам сегодня не ухватить, друзья, они проходят очень быстро. И поэтому пусть будет у нас мудрый подход ко времени. И сейчас хочу я зачитать притчу, которая тоже говорит о времени. «Каждая секунда вашей жизни на вес золота. Вчера уже история. Завтра вообще непонятно что. Сегодня это дар. Поэтому оно и зовется настоящим». Ниже жирными буквами написано: «Находите время для». Под этими словами прямыми строчками было написано: «Находите время для работы. Это условие успеха. Находите время для размышлений. Это источник силы. Находите время для игры. Это секрет молодости. Находите время для чтения. Это основа знаний. Находите время для дружбы. Это условие счастья. Находите время для мечты. Это путь к звездам. Находите время для любви. Это истинная радость жизни. Находите время для веселья. Это музыка души». Друзья, цените время. Давайте вместе будем его ценить и распоряжаться им мудро. Всем благословений. Храни Господь нас и наших близких. Аминь.